Да, очень ответственно и в то же время радостно выступать в этой аудитории, потому что я чуть-чуть, буквально полминуты, предамся мемуарным воспоминаниям, потому что, когда я учился на первом и втором курсе, я просто жил рядышком, вот здесь, на улице Крыжановского, в общежитии для иностранцев. И сейчас уже прошло много-много лет, уже даже не буду говорить сколько, все преобразилось, но все равно есть какое-то ощущение родственности. И понятно, что я вижу тут родные лица, потому что со многими мы встречались и встречаемся, еще будем встречаться. Там на Ленинских горах, точнее говоря, не так уж они далеко отсюда находятся, на Воробьевых горах. Очень многие так или иначе заканчивали филологический факультет, кто-то продолжает сотрудничать. Ну и надеюсь, что мы еще будем встречаться. Тема сегодняшнего разговора связана с главной ценностью этноса, с языком. Ну и понятно, что для русских людей главная ценность – русский язык. Наш родной язык, мы его так и называем, родной язык. Начну с одного маленького историко-литературного примера. Иммиграция, я имею в виду иммиграция, последовавшая после революции и гражданской войны, иммиграция стала набирать обороты в 20-м. В 20-м году, когда организованно Белая армия из Крыма эвакуировалась в Турцию, и вот, собственно, Стамбул, а тогда для русских это был Константинополь, он был одним из первых городов, который заставил русских людей осознать, что с Россией им пришлось расстаться не на день, не на два, и, может быть, даже не на месяц, может быть, намного больше. То есть вот этот опыт осознания потери, утраты, расставание, первый опыт, он приходится именно на этот турецкий город. И одна из самых первых зарисовок русского рассеяния, она принадлежит популярному тогда литератору и журналисту Аркадию Аверченко, который очень быстро обычно реагировал на меняющиеся обстоятельства. Вот у него есть такая книжка 20-х годов, она называется «Записки простодушного». Кстати, наверняка вы слышали, что даже лидер коммунистической партии или партии большевиков тогда, Ленин, отозвался об Аверченко довольно позитивно. Хотя он говорил о книге довольно враждебной по отношению к большевикам. Ну да ладно. «Записки простодушного». Ранняя версия «Записок простодушного» появляется в 1921 году в Константинополе, и эти записки являются собой серию полусмешных, полупечальных записок, очерковых миниатюр, которые посвящены попыткам мыслящих и говорящих по-русски людей вжиться в новую реальность, адаптироваться на чужбине. Вот этот берег турецкий встречает русских беженцев прежде всего настоящей речевой какофонии. Это первое, с чем приходится сталкиваться иммигрантов. Есть такой очерк, который называется «Первый день в Константинополе». Вот обратите внимание, «Первый день в Константинополе». И там несколько таких забавных речевых ситуаций. Одну из них я хочу проиллюстрировать. Вот на заданный почти по-французски вопрос, ну почему почти по-французски, потому что, естественно, с русским произношением, и я не буду его выправлять, «Combien c'est gâteau?» Ну вот следует звучащий почти по-турецки ответ продавца – «Бешгруш». Вот, то есть на самом деле имеется в виду, конечно, «Бешкуруш». «Пять куруш» – это мелкая разменная монета. Ну а завершается этот эпизод англо-итальянским таким речевым лапюком, таким кентавром. «All right, arrivederci, тетушка». И повествователь иронически сообщает нам о том, что, как во время настоящего приличного столпотворения, все говорили на всех языках. Ну и вот на самом деле русские беженцы, конечно, старались говорить по-русски, главным образом по-русски, и не потому, что не владели или слабо владели языками своего нового окружения. Чаще всего этот выбор в пользу русского языка был связан с осознанием того, что это миссия русских людей – продолжать говорить по-русски. Они были озабочены прежде всего сохранением собственной идентичности, национальной идентичности, собственной русскости. И в целом, надо сказать, диаспора крайне негативно относилась к натурализации.
Переход на другой язык, и тем более получение гражданства в новой стране, рассматривалось как предательство по отношению к русской культуре, к русской литературе, и поэтому русские переселенцы вовсе не спешили переходить на языки своего нового окружения. В этом отношении очень показателен один пример. Набоков, которого никак не упрекнешь в незнании иностранных языков, прожил 15 лет в Берлине, но на вопросы о том, владеет ли он немецким языком, на протяжении всей жизни до конца своих дней отвечал резко отрицательно. Не знал, не знаю, знать не хочу. Но обычно ему задавали вопрос, намекая на то, что он мог пользоваться какими-то немецкими книжками, там, в процессе работы над собственными книжками. Но надо сказать, что когда Набоков был в Крыму, он переводил Гёте и Гейна, и это свидетельствует о том, что язык он знал неплохо, но это была позиция. Не знаю и знать не хочу. Дело в том, что объединительную роль по отношению ко всему русскому рассеянию играла литература. Да, вот литература тогда сыграла литература и религия. Литература сыграла колоссальную роль, может быть, даже большую, чем прежде, может быть, даже большую, чем в XIX веке. Традиционный для русского сознания фактор литературоцентризма, он стал за границей еще более влиятельным. Само сохранение русскости было бы немыслимо без обращения и постоянного внимания к русской литературе. Вот как писал об этом Дмитрий Мережковский. «Русская литература для нас, потерявших родину, родина последняя. Все, чем Россия была и чем она будет». И вот эта позиция была общей. Ну или вот еще одно высказывание поэта, менее известного, чем Мережковский, но очень хорошего поэта, такого первой-второй волны, это Юрий Иваск. Он такой русский, но у него отец эстонец, отсюда такая фамилия. Но он был русскоязычным человеком, русскоязычным поэтом. И вот в последнем слове, а это уже 80-е годы, он, оглядываясь назад, говорит: «Я навсегда остался без русского пространства под ногами, но моей почвой стал русский язык. Моя душа сделана из русского языка». Ну и, как видим, принципиальную значимость приобрел для эмигрантов вопрос о языке. Сохранить традиции русской культуры прежде всего значило уберечь русский язык, уберечь от той порчи, которой, как они считали, подвергался на родине, в Советской России. Собственно, миссия была в том, чтобы противостоять деградации языка. И надо сказать, что эмигранты это сделать сумели. И те из нас, кто зафиксировал 80-е годы, ну, я думаю, кто-то есть в этой аудитории. Я, конечно, понимаю, что я уже такой очень пожилой человек. Я вспоминаю, как я встречался в 80-е годы с людьми, приезжавшими оттуда. Это уже были дети или даже внуки иммигрантов первой волны. И какой язык они сумели сохранить? Фантастический по чистоте. Кажущийся сейчас немножко искусственно. Но это был фантастический по красоте язык. Собственно, русский язык для многих мастеров оставался и главным источником, и главной целью творчества в эмиграции. Вот как об этом говорил Владислав Ходосевич, один из крупнейших поэтов эмиграции. «В том честном подвиге, в том счастье песнопений, которому служу я каждый миг, учитель мой, твой чудотворный гений и поприще волшебный твой язык». Вот я хотел бы подчеркнуть вот это слово «волшебный твой язык», «волшебный». Эпитет «волшебный» не просто показатель высшей оценки. От языка на самом деле ждали чудес. Ждали чудес, относились к нему как к источнику и художественных чудес, и как к залогу будущего национального возрождения. Ну, можно было бы очень долго говорить о разного рода очень интересных процессах, которые происходили в эмиграции. Я скажу очень коротко, учитывая, что у нас времени немного. Эмиграция крайне негативно отнеслась к орфографической реформе. Ну, на самом деле, орфографическая реформа была подготовлена, филологи это знают, еще в 1912 году Царской академии наук, комиссия под руководством Фортунатова начала работать еще в 1903 году. В практику эта реформа была введена сначала распоряжением Временного правительства, а потом декретом 18 года. Но вот интересно, что для эмигрантов было не важно, что реформа готовилась задолго до революции. Важно было, что
в сознании эмигрантов она воспринималась как большевистская. И поэтому во многих эмигрантских изданиях сохранялась прежняя орфография. И надо сказать, что верными прежним орфографическим нормам были не только старики, но старшие поколения, такие как Бунин, Шмелев, Зайцев, но и молодежь, такие как Набоков или, скажем, Поплавский, Борис Поплавский. Я сам видел рукописи Набокова в публичной библиотеке в Нью-Йорке. Там есть такой специальный фонд. Половина рукописного наследия Набокова в Нью-Йорке, а другая половина в Вашингтоне, в библиотеке Конгресса. Я видел, как он русскую Лолиту писал, используя яти. Вот это свидетельство того, что он до последних дней сохранял определенные навыки еще вот своей ученической поры. Ну, родной язык приобрел для изгнанников статус «дома». В этом отношении как будто бы эмигранты реализовали известную философскую метафору немца Мартина Хайдеггера, который сказал: «Язык есть дом бытия». Вот именно этот дом и обеспечивал писателей содержательным материалом для творчества. Но, конечно, любовное отношение к языку, оно присуще людям всех национальностей. И в этом смысле показательна английская идиома «to feel at home» in some language, ну, например, to feel at home in French. То есть это, в общем, как бы свободно говорить по-французски, но вот показать на эти слова to feel at home. Само умение свободно владеть языком ассоциируется с чувством уверенности, защищенности, которое человек обретает именно дома, at home. Но если англичане, если верить идиоме, чувствуют или способны чувствовать to feel at home in French, то русский человек наоборот. Он даже используя турецкий или французский язык, невольно подстраивает эти языки под домашний лад русского языка. И вот этот процесс зафиксирован в одном из очень интересных рассказов Надежды Тэфи, рассказе, который называется «КФР». Рассказ очень несложный. Его завязка построена на том, что русский эмигрант, генерал, выходит на одну из площадей Парижа, это площадь Согласия, Конкорд, и смотрит в чужое небо и так риторически вопрошает. Вот он так оглядывается на это небо и говорит: «Кефер, фер-таке». Да, причем он еще вот так это делает, тут важно показать. «Фер-то-ке». Ну да, само слово «кефер» по-французски значит «что делать». Значение фразы полностью соответствует традиционному для русской литературы вопросу, сформулированному еще Чернышевским. Но присущая русской речи инверсия и добавление частицы «то», а это признак московского говорения, кстати. Вот все это меняет смысл высказывания, превращает его в печальный вздох, как бы в грустное междометие. И одновременно фонетически воспроизводится название буквы «Ф» в дореволюционном алфавите. Ну, буква «Ф» называлась в азбуке «ферт». И отсюда известная идиома «стоять фертом» значит «руки в боке». Вот именно так «руки в боке». Но, как мы видим, даже буква может стать источником образности. Ну и надо сказать, что любые лингвистические нюансы родной речи, тут тавтология, лингвистические речи, да, фонетика, лексика, синтаксис, все это воспринималось русскими иммигрантами не просто как инструменты высказывания, но как домочадцы, как одушевленные родственники, как любимые питомцы, населяющие пространство Родины. Но Родины уже не столько исторической, сколько вневременной, метаисторической, вот этой Руси. Отсюда охранительное, бережливое, чрезвычайно заботливое отношение к буковкам, к каллиграфии. Кстати, иммигранты сохранили удивительно красивый почерк. Большая часть внуков миграции первой волны очень красиво писали. Я на это обратил внимание, когда встречался с Трубецкими. Это вот такие фамилии характерные. Голицыны. Вот очень красиво писали. Звуки, приставки, суффиксы, диалектные слова, архаизмы, пословицы, поговорки. Понятно, что в семье любого иммигранта книга номер один – это словарь Даля. У всех, практически у всех. Вот у всех, с кем приходилось встречаться, да, это книга, которую возили с собой всегда. Набоков, переезжая, между прочим, из Франции в Америку, а переезжать приходилось в чрезвычайных обстоятельствах, он мало что захватил, но словарь Даля захватил.
Это вот тоже очень интересная особенность. Ну и вот в этой связи я хотел бы обратить внимание на, ну, вот внимание к буквам. Вот здесь я привожу пример. Привожу небольшой фрагмент поэмы Марины Цветаевой «Крысолов». Но прежде чем комментировать этот пример, я скажу, что тут, собственно, суть примера в том, как буква «ять» оказывается источником образности. Вот эта буква, по-русски она читалась как «е», название буквы традиционно связывалось с едой, «ять», но в эмиграции эта литера стала ассоциироваться либо с православной церковью, потому что такова графика, либо, что особенно интересно, это такое уникальное осмысление буквы в творчестве Цветаевой, с идеей человеческой индивидуальности. Вот это «ять» – это как бы «я такой». Это оказиональное осмысление литеры «е» встречается в поэме «Крысолов», которая очень сложна по образности и стилю. Она была написана в 25-26 годах, опубликована в пражском журнале «Воля России». Ну, напомню вам, что было два самых главных журнала. Вообще, самый главный журнал – это «Современные записки», в котором было собрано просто все самое лучшее. А предшествовал ему журнал «Воля России». Одна из главных эмоций поэмы Цветаевой – это боль утраты. Это переживание трагедии расставания с языком. Сам сюжет восходит к средневековой легенде, немецкой легенде о музыканте из города Гамельна. Городу угрожает нашествие крыс. Они могут истребить все запасы еды, потом, вероятно, и самих горожан. Ну и вот руководство города вступает в переговоры с загадочным Крысоловым, который обещает избавить город от нашествия. И звуками своей флейты он уводит всех крыс в реку, они там тонут. А жители города, обещавшие заплатить, отказываются платить, ну, бургомистр. И тогда он зачаровывает музыкой флейты всех до единого детей и уводит их из города. Надо сказать, что Цветаева сохраняет канву легендарного сюжета, но наделяет новым смыслом образы основных персонажей. В ее изображении жители города Гамельна – это как бы пролетария. Они напоминают обывателей Советской России, но в широком смысле напоминают все пролетарские массы всего мира. Для этих людей главное материальное благополучие и равенство. Духовное равенство всех со всеми, все одинаково, никто не должен высовываться. Поэтому они быстро утрачивают собственную революционность, они становятся мещанами, а самое главное – ненавидят индивидуальность в любом проявлении. Собственно, музыка флейты в поэме Цветаевой – это символ высокого искусства. Искусство, которое способно противостоять омертвению души. Крысолов уводит детей не потому, что он рассердился, что ему не заплатили денег, а потому, что он хочет сохранить их души для искусства. Они, жители Гамельна, как раз искусство оскверняют, они его оскорбляют, они утратили способность ценить индивидуальность. Ну и вот эта традиционная для русской литературы, особенно лирики Серебряного века, идея противостояния поэта толпе, она выражена у Цветаевой при помощи буквенной образности. Вот сейчас посмотрите, пожалуйста, на эти приведенные фрагменты. Мы можем с вами вместе почитать. В городе, впрочем, одна семья Гамель. Итак, в семействе гамельнском местоимение «я» нет. Не один. Все вместе. За исключением веских благ «я» означает «всяк». А дальше, ну я пропускаю там фрагмент, дальше Цветаева, точнее говоря, ее лирическая героиня, резко противопоставляет себя. Только одна в нем, зато моя буква понятна – «я». Ну и дальше особенно интересно. Дальше особенно интересно. Вот посмотрите, как в следующем фрагменте используется буква «ять». В пожирающем большинстве «я» означает «все», как у соседей, как у людей, не мое дело, все так. Автор уже, ясновидцу лжей, оку из самых светлых, только одна в нем, прошу понять, буква доступна – «ять». Вот только одна эта буква.
Образ пожирающего большинства в этом фрагменте отчетливо соотносится с политическим названием партии большевиков, но одновременно ассоциируется и с полчищем крыс. Надо сказать, что в другом фрагменте поэмы отсылка к большевикам звучит еще отчетливее. «В той стране, где шаги широки, назывались мы», и дальше многоточие, но, в общем, догадаться несложно, подразумеваемая рифма «большевики». Эту же ассоциацию поддерживает слово «большак», то есть «большая дорога», используемый Цветаевой. Надо сказать, что в поэзии Марины Цветаевой «Эмигрантской поры» очень часто источником вдохновения, инспирации, толчком к творчеству была рефлексия над языком. У нее очень много стихотворений, где вот речь идет как раз об этом призыве млечном родной речи. Она в «Тоске по родине» говорит: «Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным». На самом деле все время обольщается. Все время обольщается. В качестве самостоятельного яркого образа постоянно выступают те или иные буквы. Или вот сейчас другой пример. Части слова. Морфемы. Вот посмотрите. Это стихотворение, адресованного Борису Пастернаку. Иногда даже пунктуационные знаки. Вот это известное стихотворение, которое адресовано оставшемуся в Советской России Борису Пастернаку, оно построено на многократном повторе, настойчивом графическом обособлении приставки «раз». Ну, вот, собственно, мы видим. В итоге «раз» – стояние. Версты, мили, нас раз ставили, раз садили, чтобы тихо себя вели по двум разным концам земли. Раз стояние, версты дали, нас раз клеили, раз паяли, в две руки развели, распяв. Вот тут очень важное слово «распяв». Ну, там дальше еще идут слова очень важные, но нам пока этого достаточно. Приставка «раз» в итоге превращается в обобщающий морфологический знак отрыва от корней. И как бы непреодолимого барьера между двумя поэтами, это, по сути, звукоподражательный образ казни через распятие. Для натренированного слуха русского эмигранта эти строчки звучат как звуковая реализация распавшейся на две части России, Родины. «Раз» – «сея». Ну, тем более, что есть такой диалектный вариант, просторечный вариант, именование России, который даже в одной песне Любе использован, этот вариант. Звуковое расчленение сугубо фонетическими средствами, то есть неявно, соотносится с общенациональной катастрофой. Ну, вот подобного типа ходы мы найдем и в поэзии Георгия Иванова, и в поэзии Владимира Набокова. Ну, есть просто много-много примеров. Сейчас, к сожалению, времени не так много, чтобы на этом останавливаться. В качестве метафоры самого творчества в эмиграции, в творчестве эмигрантов, может выступать даже образ русской пунктуации. То есть какая-то маленькая-маленькая закорючка, запятая. Вот пример из стихотворения Цветаевой «Куст». «Чего не видал?» Она обращается, лирическая героиня обращается к растению. Поскольку не к кому обратиться, она настолько одинока, что вот она находит понимание только в живой природе. «Чего не видал?» И причем с такой претензией. «Чего не видал? На ветвях твоих хоть бы лист одинаков. В моих преткновения пнях сплошных препинания знаках». Но здесь обыграна внутренняя форма самого слова препинание. Препинание, то есть заминка, спотыкание такое, вот оно, преткновение, неплавная речь. Надо сказать, что сладкоголосое пение, а это прежде была очень распространенная метафора лирики. У Пушкина, у Лермонтова, у всех кого угодно встречалась, певцы, да еще в Древней Греции встречалась. Теперь вот эта метафора сладкоголосого пения соловьиного сменилась в условиях европейской ночи творчеством через преодоление, напряженной духовной работой, вот через преодоление косноязычия. Кстати, у иммигрантов очень часто встречаются такие образы русских людей за рубежом, которые заикаются или которые вот оказываются косноязычными.
частотность таких образов намного выше, чем в творчестве писателей XIX века. Ну, вы знаете, что Толстой любил фонетически воспроизводить заикания или отсутствие буквы «р», вот когда там Денисов, например, в «Войне и мир» не выговаривает «р», и Толстой постоянно фонетически это имитирует через букву «г». Так вот. Но это сравнительно нечасто. А в эмиграции в 20 веке это довольно часто, потому что вот это вот преодоление собственных трудностей соотносится еще и с какими-то языковыми, с языковым напряжением. У Набокова, кстати, полно таких персонажей. Цинциннат заикается в приглашении на казнь, вплоть до того, что Гумберт заикается. Вы скажете, он не русский. Он вообще как бы не имеет отношения к русской эмиграции. Но я вам скажу, имеет некоторое, хотя об этом прямо говорить не буду сейчас. Это отдельная тема, может, мы с вами как-нибудь об этом отдельно поговорим. Но о том, как важен для писателей эмиграции каждый мельчайший элемент формы языка, каждый звук, подчеркиваю, каждый, можно судить по характерным примерам из прозы. И вот эти примеры вполне можно использовать как фокусы в работе с любой аудиторией, в том числе с иностранцами, еще не очень хорошо знающими русский язык или совсем его не знающими. Вот когда они буквы начинают изучать, уже можно такие примеры приводить. Я, хотя намного меньше опыта имею, чем вы в работе с иностранцами, но я уже почувствовал, как это бывает, когда им говоришь, вот, допустим, у Чехова есть такой известный рассказ «Смерть чиновника». Он там начинается с того, что один чиновник никак не может удержаться в театре, ему хочется чихнуть, и он чихает. Ну, а дальше там происходит серия всяких драматических событий. Важно, как он чихает. Важно, что он чихает. У Чехова буквально по буквам написано АПЧХ, то есть Антон Павлович Чехов. Да? Вот это буквы, в которых такая подпись самого Чехова зафиксирована. Вот такого типа примеры работают. Но я сейчас другой пример приведу. Один из самых лучших рассказов Ивана Бунина, созданных в эмиграции, называется... Ну, вы знаете, как называется самый лучший рассказ Бунина. Вообще самый лучший. Вообще просто номер один. Про Москву. Про любовь. Про Россию, которой больше нет. Про Москву. Про расставание. Он называется «Чистый понедельник». Он называется «Чистый понедельник». Я не буду про него много говорить. Рассказ, конечно, замечательный. Он пронизан символической многозначностью. Эта многозначность связана с тем, что центральное место отведено образу героини, которая в сознании автора соотносится с образом Москвы и с образом России, которой больше нет. А рассказ написан в 44-м году. В 44-м году. В общем, два портрета девушки и города – они накладываются друг на друга, и отсюда возникает удивительной красоты эффект. Но я скажу только об одной маленькой вещи, об одной совсем маленькой и незаметной вещи. И обычно на это даже не обращают внимания. И я не обратил бы внимания, если бы не заточился на звуки и буквы. Рассказ начинается такими словами. Может быть, кто-нибудь помнит, как начинается рассказ Бунина? А Бунин, кстати, всегда говорил, мне, чтобы написать рассказ, надо услышать звук. Пока не услышу звук, не напишу. Услышу – напишу. Он же поэт. Он поэт. «Темнел московский зимний вечер». Вот так начинается этот рассказ. Дальше сообщается, как герой едет от Красных Ворот в храм Христа Спасителей. Там неважно, что дальше. «Темнел московский зимний вечер». А как заканчивается рассказ? А он заканчивается вот такой фразой. «Я молча повернулся и тихо вышел из ворот». Последний звук рассказа тот же, что первый. Это тот же самый звук. Это тот звук, с которого начинается слово «тайна». Между прочим. Случайно или нет? Ну, я думаю, что случайно. Но так вот, рацио, логика подсказывает, что случайно. Но поэтическая грань моей натуры и вашей должна нам прокукарекать. Нет, не случайно. Бунин поэт, он иррационально услышал. Этот звук ему важен. А почему? Ну, в общем, конечно, сказать наверняка, спланировал ли Бунин это, невозможно. И да, вот оставаясь на почве реальности, надо признать, что шансов на это немного. Но все-таки, если посмотреть на творчество бунинского ученика,
Набокова. А Набоков, конечно, в прозе учился у Бунина. Мы увидим, что подобные эффекты использовались им не один раз, а много-много-много раз, вполне осознанно и очень результативно. Можно приводить очень много примеров из, вообще из любой прозы, просто из любой. Вот какой бы текст Набокова ни взять, там много-много эффектов, связанных с буквами и звуками. Из того, что можно использовать в качестве таких фокусов, примеров, которые обостряют восприятие, я несколько приведу. Но вообще вот просто посоветую обратить внимание на самый первый роман Набокова «Машенька». Там очень большое количество подобных трюков. Собственно, эпиграф, пушкинский эпиграф использован к этому роману. И само имя героини Машенька, оно тоже соотносится. Эпиграф взят из Евгения Онегина. А имя тоже соотносится с пушкинскими героями, ну, в частности, с героиней капитанской дочки. Вообще, надо сказать, что использование уменьшительно-ласкательных суффиксов – это одна из самых активных речевых тенденций в языке иммигрантов, в литературе русского зарубежья. Вот у Георгия Иванова, вы потом посмотрите сами на это стихотворение, я не буду на нем останавливаться, есть очень красивое стихотворение. Оно начинается такими словами. «Отзовись, кукушечка, яблочко, змееныш, весточка, царапинка, снежинка, ручеек». Замечательное совершенно стихотворение. Но я сейчас о другом говорю. Набоков терпеть не мог Иванова, хотя они вот в этом сходились, в любви к языку и в использовании таких микрочастиц лингвистических. В «Машеньке» заметно очень большое количество эффектов, связанных с буквами и звуками. Вообще говоря, вот родственная Набокову традиция, дуга от Пушкина до Чехова, она зашифрована даже в том, как именуются персонажи. Там один из самых симпатичных персонажей – поэт Подтягин. Его зовут Антон Сергеевич. Но мы понимаем, Антон и Сергеевич – это такая комбинация Чехова и Пушкина. Вот. Ну, особенно важно, конечно, что в этом дебютном романе Набоков уже проявляет способность с нужным эффектом использовать внешне малозначительную речевую подробность, деталь. Там два героя главных. Молодой Ганин и чуть более старый по возрасту, чуть более старший Алферов. Значит, Ганин – это человек, который переезжает в пансион, где живут русские в Берлине, встречается с этим Алферовым и узнает по фотографии свою первую возлюбленную. А это фотография жены Алферова. И вот уже самая первая реплика Алферова в начальном предложении романа – это самое начало. Начало и конец сильной позиции текста. Уже первая реплика содержит очень характерный фразеологизм. Значит, люди представляются друг другу, и Подтягин пытается повторить имя и отчество нового знакомого. «Лев Глево». Лев Глебович, ну имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно. Ну, в общем, совершенно такая нейтральная фраза. Язык вывихнуть можно. Но дальше на протяжении всего романа действительно Подтягин пытается вывихивать язык. То есть он говорит пошлыми фразами. Вот такими. Он использует какие-то аббревиатуры советские. Это отвратительно. Большевики ввели аббревиатуры, иммигранты их терпеть просто не могли и постоянно обыгрывали. В общем, уровень владения родным языком Алферовым отражает его духовную узость и мировоззренческую пошлость. Взгляд на покинутую родину этот самый Подтягин, то есть Алферов, вот так с развязной откровенностью выражает такими словами. «Пора нам всем открыто заявить, что Россия капут, что наша родина навсегда погибла». А дальше уподобляет свою мысль пошлыми уподоблениями, дополняет мысль. Главное, тараторил Алферов, ведь с Россией-то все кончено. Смыли ее, как вот знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже. Однако, усмехнулся Ганин, не любо слушать, Лев Глебович, не любо, но не мешаю, Алексей Иванович. И вот тут что получается? Тут получается, что никаких авторских комментариев к высказыванию нет. Ганин считает излишним вступать в спор с малоприятным персонажем, но отношение к Алферову передано с опорой на выразительную русскую поговорку. Не любо не слушать, а врать не мешай. Для набоковского Ганина, конечно, как и для самого писателя, подлинная родина – это родной язык. Именно он обладает способностью к воскрешению,
к воскрешению не только прошлых мгновений жизни, там каких-то памятных мгновений, но и в буквальном смысле к воскресению. Вряд ли случайно, что действие романа начинается в воскресный вечер, а потом в течение недели Ганин воссоздает в своей памяти полнокровный образ России, который замещает в его сознании берлинскую реальность. Вот этот, собственно, образ, воссозданный памятью, и становится навсегда сохраненной реальностью. Ну, я сейчас еще чуть-чуть остановлюсь. Вот у меня есть, как у всех нас, есть какие-то любимые примеры. Да, вот я специально сделал выписки из рассказа «Набокова Рождество». Я сейчас напомню. Рассказ написан в 24-м году по случаю. Газета «Руль» перед Рождеством объявляет конкурс. Набоков, соответственно, посылает этот рассказ. Именно его рассказ был опубликован. Но надо сказать, что чуть больше года прошло с тех пор, как Набоков потерял отца. Его отец был убит, как вы знаете. В этом рассказе сюжет строится на сюжетной инверсии. Здесь отец приезжает в имение хоронить сына. Очень тяжелый, с точки зрения материала, очень тяжелый рассказ. Большая часть рассказа – это переживания отца. Отец хоронит сына и думает, что жить больше незачем. Надо умереть. И он даже решает умереть. Вот я не буду долго комментировать, там, вдаваться в подробности, но там фокус, сюжетный фокус заключается в том, что вот в то самое время, когда отец решает умереть, а он перед этим принес коробку с теми вещами, которые сохранились от сына. Он перенес эту коробку из холодной комнаты в теплую, во флигель, который протопили. И вот в этой коробке что-то начинает шевелиться. Он еще сам этого не чувствует, да, а надо сказать, что освещение полутемное. И вдруг он видит, как по стене что-то начинает подниматься. Потом мы догадываемся, что это бабочка, точнее говоря, как это называется? Кокон, да? Вот он. Потому что было тепло, и вот бабочка пробудилась, вот она освобождается от кокона и начинает, смотрите, а у нее слипшиеся крылья. И сначала, когда она только-только расправляет крылья, вот это похоже вот на вот приблизительно такую комбинацию, на букву «Х». А потом, когда крылышки расправляются, вот это все становится похоже на две буквы «В», которые спинками друг к другу прижались. Ну, вот эта буква. И что у нас получается на уровне иконического изображения? У нас получается, в общем, Христос воскрес. Получается. Но для того, чтобы это видеть, надо включить специфический такой вот навык чтения Набокова. А читать Набокова надо не только там на уровне каких-то идей, и не столько на уровне идей, сколько, как он сам говорил в «Даре», по скважинам. Ну, по скважинам, значит, обращая внимание вот на такие вещи, как звуки, буквы, ритмика, вот такие. И вот теперь посмотрите, начало и конец. Я специально выделил слова, которые в инициальной позиции содержат инициальную букву «В», а потом букву «С». Ну, вы знаете, что «В» и «С» – это традиционное сокращение для слова «воскресение». Значит, рассказ, который называется «Рождество», и который повествует о смерти, на самом деле выражает идею воскресения. Вот эта идея выражена графически, посмотрите. Но это один из моих любимых примеров. Самое начало, вернувшись по вечереющим снегам из села в свою мызу, то даже не знаешь, откуда это. Я сначала думал, что Набоков, как и многие другие авторы, очень часто авторы пытаются много-много раз писать свой вензель, свою комбинацию инициальных букв имени и фамилии. Владимир Сирин – это псевдоним Набокова в это время, В.С. Но потом я понял, что, конечно, это важно, Владимир Сирин. Наверное, не менее важно то, что его невеста, а потом жена, обладает теми же инициалами, Вера Слонин. Представляете, какое совпадение, Вера Слонин. Но потом я понял, что особенно его все-таки Набокова привлекает, и даже в этой спутнице Вере Слонин. Идея будущего воскресения. Вот это было решающим фактором, я думаю, их сближения. Потому что Набоков, конечно, был человеком чрезвычайно
чувствительным к этим знакам судьбы. Но об этом можно будет поговорить как-нибудь в следующий раз. Да. А теперь я скажу, что кульминации во многих рассказах и романах Набокова используется буквенная образность. Ну, вот если называть самые-самые, такие насыщенные, где больше всего язык становится источником образности? Это, конечно, «Приглашение на казнь». Это просто весь роман, вот поэма о языке, просто весь роман. Но я приведу несколько самых-самых очевидных примеров, самых таких наглядных и убедительных. Это примеры, которые я взял из романа «Дар». Вот именно роман «Дар» – это кульминация сотрудничества Набокова с родным языком. Сам сюжет романа, напомню вам, построен на таком простом сюжете. Сюжет построен на истории творческого становления молодого поэта, а потом писателя Федора Годунова-Чердынцева. По ходу действия этот герой, в котором мы можем увидеть второй я самого Набокова, по ходу действия этот литератор овладевает умением писать в разных жанрах. Он, в общем, на разные темы, использует разные форматы. И причем большую часть текста романа составляют как раз образцы творчества. В этих фрагментах те или иные особенности языка демонстративно обнажаются и преподносятся в форме художественных образов. В книге использовано огромное количество лингвистических метафор, среди которых образы пунктуационных запинок, синтаксических ухабов, или, вот скажем, черн предлогов и союзов, коловращение частиц. Это я так на выбор беру некоторые примеры. Ну, а привожу я чуть-чуть. Вот посмотрите, это было длинное многоточие прекрасных дней. Характеризуется «Берлинское лето», но при этом образы используются, заимствованные из языка. Или посмотрите на описание мотылька. Опять-таки используются, иконически используются знаки препинания. Золотой коренастый мотылек, снабженный двумя запятыми. Сел на дубовый лист. Но особенно важное место в лингвистическом орнаменте романа «Дар» занимает мотив падежа. Там, собственно, есть падеж и есть род. Вот эти два образа, можно сказать, категории, а можно сказать, оп. Вот это тот случай, когда грамматическая категория становится образом. И в этом смысле особенно интересен роман «Дар». Так вот, что такое падеж? Падеж для Набокова, для его героя и самого Набокова – это особое писательское умение видеть окружающий мир во всем его многообразии. В многообразии не только предметов, деталей и частностей, но их теней и отражений. А почему этот мотив так важен? А потому что один из главных героев романа, точнее говоря, герой, о котором пишет книгу главный герой, протагонист Годунов-Чердынцев, это Чернышевский. Это любимый автор Ленина, как вы знаете. Так вот, Чернышевский – литератор, которому Федор Годунов-Чердынцев испытывает человеческую симпатию, но в то же время Чернышевский для него антипример писателя. Потому что Чернышевский, с точки зрения Набокова, это человек, который вообще не владел падежами. Просто не владел падежами. И вот как, собственно, высказывается Годунов-Чердынцев по этому поводу. Как и слова, вещи имеют свои падежи. Чернышевский все видел в именительном. Между тем, всякое подлинно новое веяние – есть ход коня. Перемена теней, сдвиг, смещающий зеркала. Вот. Это один образ, образ падежа. Другой очень интересный образ, менее очевидный – это образ грамматического рода. Это вообще мое открытие, поэтому с большим удовольствием рассказываю о нем, хвастаюсь немножко. Но все мы любим хвастаться. Простительное. Не всегда простительное, но иногда простительное. Кто тебя похвалит, если сам себя не похвалишь. Да? Но долгое время набоковеды считали, что вот этот эпиграф к роману, он выдуман. Ну и даже есть очень много комментариев, причем принадлежащих академикам, вот Апресяну, например. Вот как, вот что это такое? Выдуманный эпиграф, я его привел. Дуб, дерево, роза, цветок. Вообще, как стихотворение можно читать. Олень – животное, воробей – птица, Россия – наше отечество, смерть неизбежна. Вот думали. Потом
Наступило время, когда один из литературоведов, такой, имеющий вкус к художественному творчеству, Михаил Безродный, нашел настоящий источник. И действительно выяснилось, что Набоков вовсе ничего не придумывал. Он привел ссылку на источник, это учебник русской грамматики. И действительно такой учебник русской грамматики Павла Смирновского, того самого Смирновского, разыскали. И Безродный его воспроизвел. Если при желании можно найти в электронных ресурсах вот полную такую воспроизведение соответствующей страницы. То есть это реально существовавший учебник. Но никто не обратил внимания вот на что. Что все предложения фрагмента, которые берутся из учебника Смирновского, они там даны как упражнение к разделу, посвященному категории рода. Ну, теперь посмотрите еще раз мою цитату, и вы заметите, что там происходит. Дуб – дерево. Мужской род – через средний. Роза – цветок, женский – через мужской. И так далее. Во всех примерах, кроме последнего, грамматический предикат выражен существительным иного рода, чем грамматический субъект. Ну, соответственно, мужской род дуб определяется через средний дерево, женский отражается в мужском, потом мужской в среднем, потом в женском, и, наконец, женский Россия иллюстрируется средним родом Отечества, а вот в последнем предложении о неизбежности смерти уже никаких грамматических качелей нет. Они останавливаются, потому что утверждается приоритет женского рода, как будто бы. Да, вот она смерть, и она женского рода. Русский язык так устроен. Смерть женского рода. И она неизбежна. Я не буду долго сейчас об этом говорить, потому что можно было бы целую лекцию про это прочитать. Я скажу чуть-чуть, потому что наша тема – это язык как источник образа. Род, рождение, родина – все это очень важные компоненты складывавшегося в сознании писателя тематического узора. В это время, когда Набоков работал над романом, у него должен был появиться ребенок, и он еще не знал, мальчик или девочка. Но потом появится мальчик Дмитрий. И в это время он очень думал о матери, потому что мать была в Праге, и от нее давно не было известий, и Набоков знал, что она чувствует себя неважно, и он очень волновался. Вообще вот все эти дела, мама, будущий ребенок, все это сказывалось на том, как шла работа над романом, большая часть которого, между прочим, была создана во французской, в условиях маленькой однокомнатной французской квартирки, где дописывал Набоков роман, где, чтобы не мешать кормлению только что родившегося ребенка, ну и вообще его сну, он уходил в туалет, закрывался, понятно, на чем он там сидел, и вот он, сидя на том, на чем сидят в туалете, вот располагал, значит, на колени брал такую доску и на ней писал. Большая часть дара написана в таких условиях. Кажется невероятным, но это так. Набоков позднее говорил о том, что в оркестровке романа приняла участие целая группа русских муз. Он намекал на синтетический жанрово-родовой характер своей книги. Но эпиграф, еще раз вернемся к эпиграфу, «Дуб – дерево, роза – цветок, олень – животное, воробей – птица, Россия – наше Отечество, смерть неизбежна». Ну, я чуть-чуть скажу. Дело в том, что в главе о Чернышевском утверждается идея о том, что Чернышевский не совсем мужчина. То есть у него отсутствуют ярко выраженные признаки мужчины, у Чернышевского. У него нет категории рода или пола. Вот. И больше я комментировать не буду, поэтому он бездарен. Но одна из важнейших муз романа «Дар», безусловно, это муза русской грамматики. В конечном счете, муза родного языка. Ну и я сейчас завершу, чтобы было время немножко поговорить. Что же сумело сохранить и развить литературу эмиграции? Надо сказать, что вторая волна, а потом третья волна, она продолжила эту тенденцию. Один сборник Иосифа Бродского, он просто целиком построен на образах, рождающихся из... Ну, из грамматики, если угодно. Это сборник, который называется «Часть речи». Что сумело сохранить и развить литературу русской эмиграции? Если называть самое главное, то это язык. Язык, который оказался способен к эстетическому саморазвитию, он не умер,
а боялись того, что он умрет, боялись, что он в таких условиях законсервируется и станет чем-то протухшим или замороженным. И советские писатели издевались по этому поводу, называли набоковский стиль «замороженной клубникой». Ну, это самое лучшее определение, бывали намного хуже. Так вот, иммиграция сумела сохранить язык, развить его, придать ему новое эстетическое качество. Язык стал хранителем духовных ценностей. Ну и, в общем, язык оказался способным противостоять историческим катастрофам и поддержать единство русского мира. А в завершение я хочу привести пример небольшого художественного текста. Вот он тут. Это Юрий Ивас, о котором я упоминал. Вот, он дожил до 84 года. И вот у него есть короткое стихотворение «Гласное». Ну, вы знаете, соответствующая традиция есть у Рембо. Сонет «Гласное». Тут можно считать, что вроде бы это подражание сонету. На самом деле очень не похоже. Очень не похоже. Но очень просто все звучит. Текст тоже можно использовать на занятиях начального уровня. Не сразу все поймут. Не сразу поймут. Сначала ничего не поймут. Но, по крайней мере, пели, пели, пели. Пили, пили, пили. Поле, 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 пули, 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 пали, пали, пали. В этих пяти строчках очень просто и очень коротко передана история гражданской войны. Ну, такая, в общем, трагическая история, приведшая к гибели Белой армии. Настроение по мере разворачивания текста меняется. От довольно безмятежного «пели, пели, пели, пили, пили» меняется к трагедийному. Причем меняется только за счет движения гласных звуков. От гласных переднего ряда верхнего подъема к гласным заднего ряда. Я давно лингвистикой не занимался, но для этих целей мне пришлось вспомнить классификацию. В последней строчке дана серия ударных «а», это гласное нижнего подъема. И вот это постепенное уменьшение подъема, язык выравнивается, практически ложится. Этот эффект передает чувство сопереживания безымянному множеству русских людей. Эмоциональный эффект достигается буквально за счет артикуляции. Язык совершает движение сверху вниз, а в последних строчках – или словах, точнее говоря, имитируется крик боли. У меня возникает, кстати, ассоциация с одной записью, которая есть в записных книжках Блока и приходится на тот момент, когда он задумывает написать 12. Ну, то есть не задумывает, там никакой задумки не было, а спонтанно все это вылилось. Вот прежде чем он написал 12, он сделал такую запись в записных книжках. «Снилось Шахматова». Да, надо сказать, что Шахматова было сожжено и разграблено. И известие об этом пришло в декабре, в конце декабря. И вот Блок пишет: «Снилось Шахматова». Дальше ставит двоеточие и звук «а» пять раз подряд. «А», то есть крик. Вот это вот примерно то же самое. «А». Вот на этом все заканчивается. Из звука вырастает масштабная картина, которую уже не нужно объяснять. Вот на этом я сейчас завершу. Но мы можем с вами немножко еще продолжить в режиме диалога, вопросов, комментариев. Спасибо вам за внимание. Вопрос. Что-что? Олег Петрович, я что-то не слышал. А, вот этот? И-ва-с-к. Иваск. Иваск. Юрий Ивас. Правильно. Есть вопрос, Александр, если позвольте. Вот с точки зрения фонетики, мне кажется, что вот этот пример этого поэта Иваска, оно, конечно, очень интересное, безусловно. Вот если говорить про начальный этап, про то, что мы заговорили об Аркаи, все-таки большинство лекций про Аркаи, вы тоже, в общем-то, про Аркаи говорили. Но вы уверены, что они поймут? Нет, не уверен. Не уверен. Я думаю, что мы сначала рассчитываем на то, что они просто запомнят, а через какое-то время, кто-нибудь, не все, но кто-нибудь поймет. Мне кажется, для того, чтобы они поняли, не только они на трассе, но и русские читатели, для этого надо все-таки заниматься этой темой. Если надо, конечно. Специальная тема. А да. Так вот, ну,
попросту говоря, обыкновенный читатель, мне кажется, он... Нет, ну, конечно, без наших комментариев, конечно, конечно, я согласен. Ну, конечно, но мы с вами и существуем для того, чтобы обращать внимание. Мы говорим, вот посмотри на это слово, вот оно, это слово, кажется очень простым, но в нем можно увидеть еще вот такой-то эффект. Да, ну как мама обращает внимание своей дочки или сына там на бабочку. Говорит, посмотри, вот видишь у него какие крылышки. Вот эта бабочка похожа на птичку. Или там птичка похожа на ижицу, на букву ижица. Ты опять на буковский пример используя. Вот, ижица. А хорошо вам знакомый поэт Андрей Вознесенский, у него есть целая книжка таких текстов, которая называется «Эзопы». Это изобразительная поэзия. Там есть образы, которые одновременно на слух воспринимаются. Ну и поскольку он все-таки заканчивал архитектурный институт, у него очень много визуальных образов. Но в частности вот эта ижица, так написано вот так, чайка, так написано, плавки бога. Ну немножко кощунственный образ, но очень интересный, очень интересный. Это я уже совсем в другую сторону отступаю. Ну еще, пожалуйста. Пожалуйста. Александр Владимирович, спасибо большое за очень интересную лекцию. Вопрос по поводу Газданова. Почему так незаслуженно забыть Гайда Газданов, не включен в школьную программу, в школах люди никогда его не знают, и даже в университете, в Гайдафаке почему-то его упоминали мало. Расскажите больше о нем, и что вы бы советовали его читать в первую очередь? Ну, смотрите, если коротко сказать, то определенная правда в ваших словах есть. Если его сравнивать с Набоковым, конечно, о нем говорят меньше. Но все-таки его считают вторым по силе писателем младшего поколения. О нем уже защищено больше 20 диссертаций. О нем уже написано больше 15 монографий. И один мой китайский аспирант вот сейчас заканчивает очередную диссертацию. А в курсах литературы русского зарубежья о нем, конечно, говорят. Конечно, говорят. Он реально воспринимался самим Набоковым как главный конкурент из молодых. У него в рассказе «Тяжелый дым» просто прямо упоминается Газданов как персонаж, то есть как писатель, который нравится герою рассказа. Но так сложились обстоятельства, что все-таки манера... Смотрите, в чем разница между Набоковым? Набоков – это прекрасная ясность, это как бы Пушкин 20 века. Ну, понятно, все аналогии условные. А Газданов – это вот когда мы читаем Газданова, мы должны попасть в полосу тумана. И так долго осматриваться, думать, мы где находимся? Это реальность, сон, что это? Там нет четких ориентиров. И, соответственно, рассчитывать на то, что школьник поймет, вообще нереально. Надо брать маленькие-маленькие рассказики, маленькие, причем ранние чаще. Ну, что-нибудь там можно понять, но если мы все-таки преследуем какую цель? Ну, какую-то все-таки вот... Вот не просто потратить время, да, замучить его бедного, а еще все-таки как бы пробудить у него интерес к чтению. Вот... С этой точки зрения, раньше, чем в университете Газданова, мне так кажется, хотя у него есть прекрасные есть рассказы, замечательные романы, но, положа руку на сердце, с точки зрения всей совокупности эффектов, которые мы любим в литературе, он все-таки Набокову сильно уступает. Но я, это мое мнение, потому что я набоковед, мне так полагается. Набокова тоже в школьной программе нет? Да, практически нет. Практически нет, да. Ну, я знаю, что вы специалист по Газданову все-таки, раз уж Ольга начала эту тему больную. Вот его «Вечер у Клэр», да? Ну, там Брустов, а вы на Монтикеле. Конечно. Брустов там лезет. Конечно. Почему он отказывался? Почему он в одном из интервью сказал, что он вообще не читал Брустова до момента написания своего... А у них у всех была такая хорошая мода. Нет, конечно, он читал Брустова и читал его с карандашом в руке. Это известный факт. И Набоков читал Брустова, и Бунин читал Брустова. И все они его читали. Они его просто не могли не читать. И все как один от него отрекались. Ну, такая была мода. Вот, Набоков по своим причинам отрекался, потом стал признавать. Он еще отрекался от того, что он якобы Кафку тоже не читал ничего, потом стал, нет, читал.
Ну, это... Знаете, почему это происходило? Потому что литературная критика, так она устроена, ее механизм, что они стали клевать Набокова, особенно активно стали клевать Набокова и говорить, что тут вообще нет ничего нового. Это перевод третьестепенных французских книг. Вот. Просто русская литература этими эффектами не владела. А Набоков хорошо знает языки, вот он просто переводит французов. А вы покупаете это за какую-то новизну. Вот. И это была четко выраженная позиция у Адамовича, у Георгия Иванова. Они его просто последовательно вот так клевали. И даже вот Иванов, он называл Набокова лакеем, который застыл в передней у дворянской великой русской литературы. Но дальше передней его не пустят, говорил он, потому что он там французом служит и пускай продолжает служить. Так что, резюмирую, значит, попытки откреститься от Пруста были связаны с активной риторикой, литературной критикой, которая упрекала самых ярких мастеров эмиграции в подражательности Прусту. А Пруста, да, там очень много. Это так. Он был самым влиятельным писателем в то время. Да, ну, просто не только же в русской литературе это убьет. Конечно, и в американской, в английской, да. Но вот еще такой вопрос, если позволите. Но это уже надо, что касается Набокова. Ну, вот в своих лекциях, да, американских лекциях, ну, Набоков, наверное, ну, скажем так, измазал всех. Ну, не то чтобы измазал. Кроме Пушкина. Вот, кроме Пушкина. Хотя на самом деле, да, вот он мазал Гоголя, мазал Достоевского, но если ты начинаешь читать с целью найти у него Гоголя, там полно его, вон, может, и Гоголя, и Достоевского, там хватает тебе. Да-да-да, так и есть. Иногда не так. Вот почему, да, и Булгаков, между прочим, Булгаков, я такое сопряжение делал, да, которое наверняка, если бы они, скорее всего, не любили бы друг друга, это, ну, это мое предположение такое. Но все-таки вот Булгаков, да, который говорит, что я не люблю поэзию, ему говорят, вот, почитай такие стихи, я не люблю поэзию, но все знают, что он любит Пушкина. И тогда ему задали вопрос в лоб, я Пушкин. Ну, тот закрутился и говорит, Пушкин это не стихи, а что? Вот почему Пушкин? Все-таки всех остальных можно, а Пушкин для них это было наше все. Все-таки по Павлу Григорьеву. Ну, это, мне кажется, это вопрос такой, на него можно отвечать бесконечно и все равно не ответишь. Ну, Пушкин наше все. С него все началось. Он обладал даром невероятной восприимчивости. Ведь если так вот рассуждать, как рассуждает Набоков, а он как рассуждает? Но рассуждает не в той манере, которая была принята у нашей литературной критики, тем более у наших историков литературы. Когда мы такую вот священного обожания позицию занимаем, говорим, вот это вот священная корова, у нее не может быть ничего плохого. А он в такой уже англоамериканской манере, а там совершенно гораздо более свободная манера обращения. И с классиками в том числе. Ну, вот по-набоковски судить о Пушкине. А что такого в Евгении Онегине? Смотрите, вообще банальный сюжет. Байроническая поэма. Да, да там вообще просто мелодрама такая, совсем просто мыльная опера. Она его любит, он ее не любит, а потом наоборот. Ну и все это приправлено пейзажами и какими-то замечаниями вкусового характера. Мне нравится вот это или не нравится вот это. Но вот тут важно вот это «but». «And now comes the bitter word of but», говорит Набоков и продолжает. А попробуйте вы пройти от Москвы до Петербурга, совершая антраша на каждом шагу. Сумеете? А Пушкин только это и делает, рассказывая нам абсолютно обо всем на любую тему, о чем угодно. О погоде, о природе, о еде, там, о ножках, там, вообще обо всем. И каждый раз умудряется сохранить вот эту последовательность рифмовки. Это же какой кошмар. Это же каждый шаг нужно делать с такими вот невероятными эффектами. А он делает это внешне легко и слабо. Попробуйте. Кто-нибудь, попробуйте. Ну и, собственно, вот в этом риторическом вопросе уже дан ответ. Да, Пушкин действительно гений. У Пушкина действительно... Но это такое чудо. Нет ошибок. У Лермонтова полно, у Некрасова «Босс и маленькая тележка». Достоевский просто кошмар. Просто ужас. А у Пушкина нет. Ну, вот как так устроен наш космос этот, русский литературный. Или нам это важно, ну, нам важно верить в Бога. Для нас Пушкин – Бог. Спасибо большое.
Коллеги, если вопросов нет, давайте еще раз поблагодарим нашего замечательного лектора. Спасибо вам. Спасибо за отсутствие свиста.